Слушаю вас. Улица Маршала Березова, дом 28, прошу. Принял. Николай Седышев торопится на вызов. Так начинается каждое утро участкового уполномоченного. Он работает в Одинцовском отделе полиции уже 4 года. Пришел на службу с гражданки. Вначале было очень сложно, но благодаря хорошим наставникам это было преодолеть, это было легче, потому что начальник, наставник всегда помогал, как правильно составить, как правильно оформить документ, рассказывал, как поступить в той или иной ситуации. Прошел обучение, практику, наработал опыт. Говорит, участковый должен не только знать уголовное и административное право. Здесь главное – разбираться в людях. Приезжая на вызов по ситуации, смотришь, как правильно поступить. Либо просто провести профилактическую беседу с гражданами, либо доставить гражданина в отдел для составления административного материала. Отработка жилого сектора, возбуждение уголовных дел, составление административных протоколов, активная работа с гражданами. Сегодня по всем показателям Николай Седышев лучший в нашем округе. Он стал победителем конкурса «Народный участковый». На него можно положиться, вот, и другие товарищи на него смотрят, и он является лидером, как говорится, своей микрогруппы, и все стремятся быть таким, как он. Если по-настоящему любить свое дело, иначе и не может быть, говорит Николай. Теперь ему предстоит второй этап конкурса «Народный участковый» по Московской области, который начнется 7 октября. Николая Седышева можно поддержать электронным голосованием на сайте 50.mvd.rf. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».